выжимали колеса от трактора, поднимали газовые баллоны, несли камень Атланта. В Тирасполе прошли богатырские игры, съехали силачи из Приднестровья и Молдовы. Соревнования провели в честь миротворцев. Тирасполь, площадь у Дома офицеров, вечер субботы. Жаре за 30, добавляют градуса силачи. Это богатырские игры. Спортсмены приехали со всего Приднестровья и Молдовы. Испытание «Лонглифт». Нужно поднять над головой 60-килограммовый газовый баллон. После каждого подхода вес прибавляют, пока не останется победитель. Им стал Евгений Лукьянов из Кишинева. Осилил 100 килограммов. Это как мое хобби. То есть у меня сидячая работа, и мне нравится, то есть, выходить в зал после. Вообще, чем вы занимаетесь? Я программист. А это бендерчанин Борис Рыбак. Свои 67 показал мастер-класс по становой тяге. 5 раз поднял колеса от трактора. 250 килограммов. Лучший результат. Я начал заниматься 62 года. Выйдя на пенсию. Занимаюсь 5 лет. В сентябре будет 5 лет. Как по-вашему, спорту все возрасты покорны? Ну, если я начал 62, кто-то и позже начинает. Нормально все. Это не обязательно таскать эти железо тяжести. Можно другим заниматься, ради бога. Полегче там. Спорт – это такое дело, что оно нужно. Мы же со временем начинаем лениться. А так мотивируешь себя. Адреналин. Жим лежа и подъем на бицепс. Это тоже было. Опусти! Первое – это эмоции. Во-вторых, чем больше веса поднимаешь, тем, не знаю, я себя лучше чувствую и морально, и психологически. Это зрелищный вид спорта. То есть действительно выступают люди колоритные, то есть чей вес за 100 килограмм. 14, 15, 16. Настоящие мужчины. Спорт для настоящих мужчин. Отличные соревнования. Много очень сильных спортсменов, чемпионы мира, мастера спорта. Очень красиво выступают. Есть к чему стремиться. Хотим такими же быть. Под финал испытания на выносливость. Это назвали прогулка фермера. 2 баллона по 100 килограммов нужно нести 20 метров. Чем быстрее, тем лучше. А это камень Атланта. Тут силачи несли 100-килограммовый герб с девизом миротворцев. Задача – пройти как можно дальше. А вот и победитель. 60 метров! Честно, когда несешь уже после 50 метров, не понимаешь, что происходит вокруг, только есть зрители, только есть поддержка дорогих и близких людей, которые тебя заряжают энергией, ты делаешь шаг, шаг и еще один шаг. Лучшим силачам грамоты и призы. Богатырские игры хотят сделать ежегодными.